Серебряные волонтеры акции «Мы вместе» спешат на помощь коллегу Петровичу Беляеву, который сейчас в силу возраста соблюдает режим самоизоляции. Добровольцы привезли продукты и лекарства. Координатор отряда «Серебряный актив» Самарской области при Центре социальных проектов Татьяна Чигарева более 6 лет занимается волонтерством. Привыкла моментально откликаться и делать добрые дела. Говорит, забота об окружающих и тот душевный порыв, который испытывает, всегда поднимает настроение. Помогать нуждающимся – это очень по-самарски. Ведь Самара – регион добрых дел. И чем больше людей будет готовых прийти на помощь, тем легче нам будет жить, тем лучше будет мир. Продуктовые наборы добровольцы передают в масках и перчатках, а также соблюдают социальную дистанцию. Это мы, Олег Петрович. Здравствуй. Здрасте. Оставляем тебе подарочек. Оставляем тебе ваш продуктовый набор. Доставка вам. Спасибо. Как себя чувствуешь? Потихоньку. Олег Петрович Беляев – инвалид 3-й группы. После перенесенного инсульта у него частичная потеря речи и парализована правая рука. Еще недавно он и сам был активным добровольцем серебряного возраста. Собирал продуктовые наборы, работал и на чемпионате мира по футболу. Сейчас соблюдает режим самоизоляции и рад каждой встрече с друзьями и коллегами. Спасибо большое. Ежедневно добровольцы серебряного возраста акции «Мы вместе» принимают десятки звонков, отвечают на вопросы, принимают заявки на оказание медицинской помощи пожилым людям, которые находятся на самоизоляции. Обратиться в региональный волонтерский штаб акции «Мы вместе» за помощью можно по телефонам, указанным на экране, с 9 утра и до 6 вечера. Или на круглосуточную федеральную горячую линию. Также работают муниципальные горячие линии во всех городах и районах Самарской области. Елена Малютина, Константин Головин. События.